Батагат і шпрап і шкуди. А хлопець він послав до Лівчика. Спасибо. Лісной институт. Люба, каждый день вставала на весы, хоть и понимала, что долго так скрывать недостачу в мясной лавке не сможет. Павел никогда не целовался на первом свидании, потому что воспитанный, ну и стрёмный. Спасибо. Непрост выбор для нашего жюри, я понимаю. Надо же...